Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Костанавто. С вами Максим. И сегодня у нас на обзоре КамАЗ 4543 2011 года выпуска. Давайте пройдем просмотр, посмотрим салон данного КамАЗа. А салон у нас, как вы можете заметить, просто в идеальном состоянии и никакого дополнительного внимания не требует. Чистый и ухоженный. Также вы можете увидеть, что здесь стоит тахограф. Пройдемте далее и посмотрим двигатель. А двигатель здесь установлен дизельный Евро-1. Двигатель КамАЗовский 740-й V-образный. Также надо, здесь установлена коробка 152. Как вы можете заметить, бак расширенный на 350 литров. Можно увидеть то, что рама просто в идеальном состоянии и не имеет никаких либо сварочных швов или повреждений. Резина здесь установлена абсолютно новая. Пройдемте далее. Как вы можете заметить, дорогие друзья, кузов здесь установлен тоже абсолютно новый и имеет грузоподъемность 12 тонн. Как с той стороны, так и с этой стороны рама на данном автомобиле абсолютно целая. Также можете заметить и резину. Как вы можете увидеть, дорогие друзья, кузов поднимается легко, цилиндр не имеет никаких подтеков, рама здесь полностью и абсолютно целая. Дорогие друзья, а данный автомобиль находится по адресу город Волгоград. У нас доступен кредит, лизинг, наличный, безналичный расчет. Приезжайте, автомобиль полностью обслужен и готов к любым сельскохозяйственным работам. Ждем вас в гости!